первый заместитель председателя Московской областной думы, депутат от «Единой России» Лариса Лазутина и ее коллега по партийной фракции Дмитрий Голубков проверили качество благоустройства территорий, прилегающих к новому Дому культуры в поселке Горки-10. Парламентария отметила, что работы выполнены на высоком уровне, обустроены пешеходные дорожки и зоны отдыха со скамейками и урнами. Вдоль аллей высажены клены, рябины и яблони. Предусмотрено место под парковку. Получилось очень комфортно и современно, резюмировала Лариса Лазутина.